Вот почти все, что вам нужно знать о «Зеленом рыцаре». Или об эпической поэме 14 века, более известной как «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Я ваш гид Всеволод Кузнецов. Истоки. «Зеленый рыцарь» — это широко известная и культурно значимая мифическая притча. Писатель Джон Толкин был одним из ключевых исследователей и переводчиков этой истории. Он считал поэму разноцветным витражом, через который можно заглянуть в средние века. Вот сколько оригинальных экземпляров «Зеленого рыцаря» дошло до наших дней. Один. А вот кто ее написал, мы понятия не имеем. Так выглядит рукопись поэмы «Зеленый рыцарь». В 1731 году пожар чуть было не уничтожил манускрипт навсегда. Но чудесным образом он уцелел. Легенда. А теперь разберемся, про что же эта история. «Пусть твой рыцарь, чья кровь всех отважней, а сердце всех тверже, счастье дерзнет нанести мне удар». Зеленый рыцарь. Исследователи полагают, что этот персонаж и зеленый цвет символизируют уважение к природе, нечто неведомое и смерть. Я готов. Уговор тебе понятен. Этот смельчак спустя год должен найти меня в зеленой часовне, преклонить колено и принять ответный удар. Герой. Хоть мы и не знаем, кто написал поэму, нам известен ее герой. Сэр Гавейн, смельчак, еще не показавший себя героем. В Камелоте он был рыцарем круглого стола, знакового места для рыцарей короля Артура, составлявших рыцарский орден. История Гавейна породила множество интерпретаций персонажей в популярной культуре и за ее пределами. Это всего лишь царапина. Сэр Гавейн – рыцарь без геройских историй. Мне нечего рассказать. Это пока. Пока что. В том мире человека определяли его честь и достоинство. Это странствие было шансом Гавейна их обрести. А если меня ждет смерть? Разве плохо желать тебе славы? Родословная. Дядя Гавейна, король Артур, легендарный король Британии, хозяин рыцарского замка Камелот. Ему же принадлежит меч Экскалибур. Тетя Гавейна, Гвеневра, прекрасная и благородная королева Британии, жена короля Артура, в нее был влюблен и Ланселот. Фея Моргана, мать Гавейна, единоутробная сестра короля Артура, практиковала магию. И Мерлин, легендарный волшебник, бард, провидец и советник короля Артура. Путешествие. На своем пути Гавейн встречает множество препятствий, незнакомцев и врагов. Это и заставляет его проявить свою честь, отвагу, рыцарство и преданность. Мораль этой истории звучит сквозь века. Пока честь направляет нас сквозь самые мрачные приключения. Рыцарство не умрет. Легенда о «Зеленом рыцаре». Только в кинотеатрах с 26 августа.